Ребята, всем привет! Всем доброго времени! Это датчик положения дроссельной заслонки моновпрыска с B3 Passat RP-шки мотора с Моника. Сам этот датчик, он рабочий, но, к сожалению, у него отломаны крепления. Вот видите, крепления нет у него. А так он стоял, он все работал, он откликался, он регулировался. Но вот эти вот крепления у него отлетели. Вот они, видите, дорожки в каком состоянии. Сейчас попробую вам сфокусировать. О, сфокусировал, видите? Они не затертые, не протертые. И вот в таком состоянии. Чейный он, я не знаю. Тут уже половина не читается. Вот. Так, сейчас попробую каталажный номер прочитать все-таки. TRI-437-022-506. О, прочитался. По этому каталажному номеру, если что, можете пробить. И посмотреть, кто ее производитель. Вот я эту деталь продаю. Если она кому-нибудь нужна, цену ее смотрите в описании видео. Могу, если что, отправить. Вот. Так что спрашивайте, интересуйтесь. Стоимость пересыла я посчитать могу заранее. Так что, если что... В общем, спрашивайте, договоримся. Всем добра, всем пока.